Всем привет! И сегодня у нас очередное пополнение нашей коллекции на 3 машины. Давайте скорее их открывать и смотреть, что же у нас пополнилось. Итак, первая машина у нас сегодня Berserk. Это модель из серии City. Она посвящена футбольным клубам. Классный рисунок на коробке. Сама машинка тоже выглядит очень классно. Давайте скорее ее посмотрим. Смотрите, у нее какие огромные диски с тонкой резиной, хромированные золотом. Днище у нее ярко-кислотного цвета. Присутствует пила. Она даже крутится. Боевой такой автомобиль с защитным кожухом из металла. Снизу там сидит человек. С такой комбинкой смотровой. Мощный здесь мотор у нее установлен, даже два их. Явно либо 8, либо 12 цилиндров. Отличные здесь рисунки. Посвящено Hot Wheels. Вот здесь надписи Hot Wheels присутствуют. Удачная очень модель. Классно все выглядит. Также на самом кузове присутствует надпись на днище тоже Hot Wheels. Она помимо того, что гоночная, она еще и боевая. Она может всех подкидывать своим кузовом и распиливать на части, и потом две половинки разлетаются в стороны. Классная модель. Давайте открывать следующую. Это у нас модели из серии Race, гоночные. Модель Horseplay. Тоже классный рисунок у нее с лошадкой. На кузове также нарисована у нас лошадь. Выполнена она в бело-красном таком цвете классном. Снизу хромированные металлические элементы днища продолжаются. Надпись Hot Wheels присутствует. Огромные черные колеса у нее с хромированной красной ободкой. Здесь на задней части кузова также Hot Wheels. Воздуховоды выполнены в красном цвете. Кузов также у нее внутри. Салон весь красный. Стекла не тонированные. Также супер моделька для коллекции. Отлично выглядит. Она помимо того, что гоночная, еще отлично выглядит. Давайте открывать следующую. Так, и последняя на сегодня у нас модель. Также выполнен рисунок отлично на коробочке. Модель Maximum Levay. Это модель из серии Race. Давайте скорее ее откроем. Вот в таком она у нас выполнена стиле. Сзади отличная хромированная вставка. Огромный спойлер. Сам кузов он выведен в спойлер. Это цельная часть. Отлично все смотрится. Хорошо она разукрашена. Пятый номер. Надпись Hot Wheels. Также на крыше у нас присутствует номер 5. Диск у нее черный с хромированной ободкой. Днище красное. Также надпись Hot Wheels присутствует. Элементы крыльев аэродинамические отмечены зелеными полосками. Также на заднем спойлере. Салон у нее красный с хромом. Вынесена отдельная там кабинка у него, у человечка. Вот. А здесь уже идет мотор продолжения. Отличная модель для коллекции. Сейчас я вам сделаю крупный план их. Посмотрите их поближе.